Сейчас хотел бы остановиться на простом, казалось бы, вопросе. Как складывать и вычитать векторы простым способом? Я предпочитаю использовать не метод диаграмм, параллелограммов, в котором нужно находить диагонали. К тому же диагонали обычно две и иногда путаются. Я предпочитаю другой метод, который сейчас вам расскажу. Метод называется «Путь в лесу». Значит, для того, чтобы сложить вектор А и вектор Б, у нас они даны. Значит, вектор А составляет 4, предположим, километра и направлен куда-то вот в этом направлении. Вектор Б 5 и вектор С 2 километра. Как их нужно складывать в лесу? Значит, в лесу мы делаем следующее. Берем начальную точку и проходим из этой начальной точки первый вектор. То есть мы в направлении, здесь если вверх это север, вправо это восток, то получается северо-восток проходим вот эти вот по этому вектору 4 километра. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы в результате оказались вот в этой точке. Теперь нам надо пройти второй вектор, Б. То есть добавить к первому перемещению второе перемещение. Откуда мы добавляем? Мы не отсюда идем. Мы оказались в лесу здесь. И отсюда мы начинаем идти в новом направлении, немножко западнее, чем на юг. Мы проходим 5 километров. Вот вектор Б. Мы проходим в новом направлении. Эти самые 5 километров. И в результате мы оказались вот в этой точке. Вот это вектор А прошли. Вот это вектор Б мы прошли. Теперь задача наша найти результирующий. То есть заменить эти два одним переходом в лесу. Так, чтобы оказаться в нужной точке. Чем, каким одним переходом? Очевидно, что надо отсюда перейти в конечную точку. Вот наш вектор С. То есть, простите, не вектор С, а вектор Д, который равен А плюс Б. Если при этом нужно пройти еще одно направление, например, вектор С, то тогда получается, что мы берем... Так, здесь второй вопрос, если нам надо найти вектор Е, который является разностью А и Б. Проходим в лесу изначальной точки вектор А. Он у меня немножко кривой получился, но давайте вектор А прошлем. Теперь мы должны добавить не вектор Б, а вектор минус Б. Привет! Меня зовут Андрей Стерляткин, я основатель Годографа и проекта 80 баллов. Если тебе нравятся наши видео и то, как мы объясняем материал, но не хватает дисциплины и личного общения с преподавателем, то переходи по ссылке и записывайся на наши бесплатные уроки. Тебя ждет очень высокий балл на экзаменах, чай, кофе и печеньки. Удачи! Это то же самое, что мы должны прибавить к вектору А, прибавляем вектор минус Б. А вектор минус Б направлен в противоположную от Б направлении. Получается, вектор минус Б будет иметь вот такой вот вид, и он равен 5 километров. Минус Б. Эти два перехода мы заменяем одним, который называется суммой или результирующей от этих двух переходов. Очевидно, что из начала первого мы должны перейти в конечную точку, и это будет вектор Е, который равен А минус Б. Теперь давайте третий пример. Надо найти вектор К, который равен сумме трех векторов. Очевидно, что в лесу надо пройти по очереди все три вектора. Проходим вектор А. Раз, два, три, четыре. Прошли изначальной точки. Потом проходим вектор Б, 2, 3, 4, 5, вектор Б. А теперь мы проходим еще вектор С, который направлен вот куда-то сюда и длину С. Результат.
Мы вместо в этих трех переходов заменяем одним, результирующим. Из начала надо перейти сразу сюда. Тогда получается вот этот вектор, он и будет вектором k, который является суммой трех векторов a, b и c. Так можно собирать десятки векторов. И во многих задачах физики строить 10 параллелограммов практически невозможно. Поэтому наилучший способ – это проходить путь в лесу, поочередно каждый вектор. Вы можете потренироваться и найти вот вектор А плюс Б, А минус Б и минус С. Но давайте еще раз сделаем все вместе. Значит, вектор А проходим 4 километра вот на северо, на северо-восток. Потом проходим второй вектор. Вторым вектором является минус Б. Мы это записать можем в виде А, прибавлять второй вектор, который является минус b. И прибавляем третий, который является минус c. Вектор минус b направлен в противоположную сторону, вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Минус b. Вот он вектор. А теперь нам надо еще минус c. Минус c направлен вот сюда, в противоположную от c сторону. Минус c. И наш результат, здесь немножко неудачно получилось, мы оказались в этой точке. И вот результат наших всех сложений. Нужно изначальный, откуда мы начали, сразу перейти в конечную точку в лесу. И это будет А минус Б и минус С.